Сейчас попробую сюда вот штучку покидаю вон на червячка. Может, что тут будет? Вообще тут клюет. Это что? Обычно. Посмотрим, есть тут рыба, нет. Ё-моё, нифига, сразу клюет, вообще съела червя. Момент просто, да ну нафиг. Диман, тут просто поклевка дикая. Да. Съела почти всего. Нифига себе, так потянуло, круто. Надо было больше червей копнуть. Сейчас посмотрим, что там вообще. Червячка съела всего. Сейчас глубину побольше сделаю. Кустиком. Червячок на дне. Ух ты, ух ты, ух ты. Клюет опять. Смотри, смотри. А, блин. Изо рта вырвал, наверное. Нифига себе. Тянет хорошо. Тихо, 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 тихо. Ну вот опять. Фу-фу-фу. Опа-на! Кто это? Чебачок. Я уже думал, там окунь какой-нибудь. Большой. Он не колючий так? Не. Ну, такая рыбешка. Или ельчик-то. А кто? Плывет к своим рыбкам, да? Ну. Ничего себе, сразу кидаешь, сразу клюет, сразу кидаешь, сразу клюет. Червей надо было больше купать. Сейчас пойдем за червями тогда, сейчас клюет. Хорошо. Я уже думал, окунишка там какой-то. Ну, такие обгрызки уже, вряд ли кто-то клюнет. Клюет на них даже. Тянет прям. Давай, давай. Понять не могу, течение либо ведет прям. Надо червяков хороших копнуть как-то. Даже на эти огрызки кто-то приклевывается. Да не, это по волнам.
Вон червячка поменяли. Посмотрим сейчас, как клевать будет на нового. Ветер, конечно, сильный, это плохо. Смотри, смотри, смотри. Притопило. Ест, ест, ест. Видишь? О, видишь, как подсечь надо. Опа-на, смотри. Окунь был хороший. Ну и хорошо убежал. Смотри-ка. А? Ну не так уж сильно заколотили, да? Ну. Повезло. Сам бы съел. Хороший окунь. Нет, конечно. Пока утро клюет еще хорошо. Клюет хорошо. Так клевало хорошо. Поклевка была прям поплывок аж. Ну вообще полметра, наверное, пошел под воду. Вон опять. О-о-о. Нет. Ну такая поклевка хорошая. Сейчас я его поймаю. Это окунишка, наверное, тоже. Конечно, мешают рыбачить. Совсем. Не мочи ноги. Вон такие волны, но клюет все равно прям жестко, прям поплывок топит, прям на полметра уносит под воду. Не успел заснять, сейчас еще должна быть поклевка. Поймал ельчиков и окуня нормального такого. Но окунь сорвался прямо на берегу на самом. Че, рыба ушла, что ли? Сейчас камеру прям наготове держу. Буду ждать поклевки, чтобы заснять хотя бы поклевку.
Да стой там наверху. О, какое место, куда забросил. Просто в кустах все. Вовка не видно, а вон он. Посмотрим, будет усклевать, нет. Чё? Так я сюда, если чё, в банку поставила. Молодец, ой, да. Так вот попробуем. Чисто на донку попробую. Что-то клёв вообще прошел, прям как обрубило. Наверное, стайка ушла. Лучше уйди с мостика, а то упадешь еще в воду. Поменьше глубину надо сделать. О. Человек уже пожеванный весь.